Сейчас в Рязани готовят военных связистов на факультете связи Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Однако войска связи имеют в нашей стране давнюю историю. Первые подразделения появились в России в конце 19 века. Радиосвязь, впервые разработанная в мае 1895 года русским ученым Александром Поповым, очень быстро нашла применение в военном деле. Через 4 года была сформирована первая военная радиочасть. Но только в Красной армии был сформирован отдельный род войск – войска связи. Наши училища функционеры в полном объеме. Факультет связи для подготовки офицеров, сержантов. И на сегодняшний день мы на специальном факультете готовим даже офицеров связи для других государств. Я хочу пожелать здесь курсантам, всем здесь стоящим, с глубоким уважением относиться к офицерам связи, к средствам связи, потому что это 100% успех в бою. И действительно обеспечивали связь для управления подразделениями на фронтах сотни и тысячи военных связистов, которые точно так же, как и простые солдаты, несли тяготы и лишения армейской службы, рисковали жизнью во имя достижения победы. Ветераны войск связи возложили венки к монументу погибшим при исполнении своего долга товарищам. Далее будущие офицеры-десантники прошли строевым маршем перед трибуной с ветеранами. Праздничные мероприятия продолжились в здании клуба. Здесь отличившимся слушателям-курсантам за отличную учебу вручили грамоты, а преподаватели вуза наградили ценными подарками. И после поздравлений для действующих и будущих офицеров-десантников состоялся праздничный концерт с исполнением песен патриотической тематики.